Prodexpo 2021 снова в эфире. Здравствуйте, коллеги. Рядом со мной новый спикер. Здравствуйте, представьтесь, как вас зовут, какую компанию представляете? Здравствуйте, меня зовут Сергей Разин. Я генеральный директор ООО «Боб», который представляет торговую марку «Боб». Расскажите, пожалуйста, о своей продукции, очень интересные упаковки. Что в них? Да, особенность нашей продукции заключается в том, что она без сухого молока и без белого сахара. Она может быть употребляться и в пост, и веганами. Ну, а те, кто просто любит полезные сладости, это как раз к нам. Расскажите, где базируется производство? Производство находится в городе Москве, а работаем мы с поставщиками со всего мира и отбираем лучшие ингредиенты для своей продукции, чтобы радовать вас. Да, вот расскажите, пожалуйста, сколько лет вашей компании? Мы на рынке работаем третий год, ну, относительно недавно. На Prodexpo мы впервые, поэтому открыты к диалогу. Собственно, за прошлый год нам удалось увеличить объем производства в 4 раза относительно 2019 года. Ну, в этот год такие же планы по росту. Правильно ли я понял, что люди, сидевшие на самоизоляции, начали задумываться о своем здоровье, и поэтому вот ваша вкусная, но полезная продукция нашла своего покупателя еще в большем объеме? Да, все верно. Все больше и больше людей заботятся о своем здоровье, читают составы, начинают разбираться в том, что они кушают и потребляют. И тем более о том, что нашу продукцию все больше мам покупают для своих детей. Ну и те, кто просто заботится о том, что кушает. Ну, тем более это очень вкусно и полезно. Да, давайте расскажем. У нас есть, я вижу, шоколад и у нас есть батончики. Давайте, из чего батончик, например, очень интересно. Ну, базовая наша линейка – это шоколады. Особенности, я уже сказал, что без белого сахара, без сухого молока. В данном случае это из Каю представлена низкоуглеводная линейка, в котором нет вообще сахара, даже тростникового. Таким образом, эту продукцию даже можно употреблять диабетикам. На основе базового продукта шоколада мы изготавливаем шоколадно-ореховые батончики. Тоже целая линейка со вкусами. От темных, светлых, гречичные, низкоуглеводные также есть. На основе уже также шоколада мы производим шоколадно-ореховые пасты, которые мы отгружаем в стеклянных банках. Да, то есть это можно посмотреть у нас на сайте rawbob.ru. Также у нас есть целая линейка полезных сладостей. Это конфет разнообразных. Отлично. Широкий спектр, большой ассортимент. Хотим пожелать вам удачи на этой выставке, найти стратегических партнеров. И с удовольствием ждем вас на следующей выставке. И надеюсь, вы удивите новой линейкой, каким-то новым революционным продуктом. И спасибо за то, что вы делаете наш мир здоровее и вкуснее. Спасибо большое. Да, благодарю. И вам большое спасибо за организацию такого прекрасного мероприятия, за то, что даете возможность собраться и ознакомить широкую аудиторию с продукцией. Благодарю.